Больше трех раз не женишься. В Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому россияне будут ограничены в количестве официально зарегистрированных браков. Проект документа подготовил общественный деятель из Воронежа. По его словам, проект изменений в семейный кодекс должен сформировать у людей более серьезное отношение к семье и браку. Так человек сможет зарегистрировать в ЗАГСе только три брака. Четвертый и последующий в документе предлагается регистрировать только в судебном порядке при наличии уважительных обстоятельств.